Форум акимов прошел в Кокшетау. На мероприятии собрались акимы всех уровней и руководители местных исполнительных органов. Участники обсудили вопросы эффективного использования бюджета, местного самоуправления, решения инфраструктурных и социальных проблем населенных пунктов. Подробнее расскажет Аслан Абуталипов. Форум акимов выдался насыщенным и сложным. На повестке дня множество вопросов от решения жилищно-коммунальных проблем до занятости населения. По словам участников, сегодня перед ними стоит широкий круг задач. Поэтому каждому необходимы консультации по ряду вопросов и дополнительные знания в отдельных отраслях экономики. Однозначно нам нужны новые навыки, ведь нам, как акимам, приходится решать много вопросов. Все это требует знаний и ответственности. Без этого мы не сможем выполнять свои обязанности. Как оказалось, большинство инфраструктурных и социальных проектов реализуются сельскими акиматами. Эксперты разъяснили акимам основные механизмы использования госпрограмм и фининститутов. Преимущественно они направлены на повышение доходов населения и развитие массового предпринимательства. Большим подспорьем здесь стала программа «Аула Маната». Советник премьер-министра Адирала Тугжанов подробнее остановился на преимуществах и перспективах проекта. Такой проект доказывает свою эффективность. Он ориентирован на занятость сельчан, увеличение местного производства. Даже здесь, в регионе, есть положительные примеры, когда жители, воспользовавшись льготным кредитом под 2,5%, открыли свое дело и добились успеха. Обмен опытом и новые знания нам всегда нужны. Приходится каждый день работать с населением, решать их текущие вопросы. Это дороги, электричество, тепло, занятость. Тем более мы, как акимы, отвечаем за несколько сел, за каждого их жителя. Глава региона Марат Ахметжанов отметил, что для руководителей сел и районов созданы все необходимые условия. Внедрен самостоятельный бюджет в населенных пунктах, расширены полномочия, запущены специальные проекты для сельского населения. Люди должны почувствовать, что стало жить лучше. Что те, вот, которые мы ставим на бумаге задачи, они претворены. У них есть тепло, у них есть свет, у них хорошие дороги, качественная вода. Вот о чем глава государства неоднократно говорит, что надо переходить из формы отчетности на человекоцентричную модель поведения. Все блага наши должны работать на население. И поэтому в первую очередь необходимо изменение критерий деятельности оценки наших акимов. Сегодня в регионе уделяется особое внимание обновлению корпуса акимов. За последние 3 года почти половина из 220 сельских акимов были избраны населением. Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Кокшетау, 24 KZ.